видимо, да? Пошли отсюда. Тихо! Спокойно, ребята. Она своя. Мия. Явился. Идем. Доминик уже здесь? Не. Ты когда связывался с ним? Пару недель тому. Он где-то в Эквадоре. Как ощущения? От чего? От вида своей рожи с надписью в розыске. Идем. Да. Нос. Да. Пора в кроватку, малыш. Можно я его отнесу? Конечно. Пока. Прошу прощения. Почему Рио, Винс? Потому что ты мне не давал житья в Лос-Анджелесе, вспомнил? Я насквозь всю Южную Америку прочесал, прячась в такой глуши, какую поискать надо. И сейчас бы дал бы дёру, если б не Роза. Он знает. Короче, слушайте. Намечается работенка. Я думал, что Доминик уже появится к этому времени, но тут все просто, в принципе, сами справимся. Дельце стоящее. Пару классных тачек здесь взять легче легкого. Один знакомый сколачивает команду. Нужны еще ребята. Я не рвусь. Слушай, в этих краях загнать хорошие тачки по сходной цене – это как два пальца. Легкая нажива. А как я погляжу, деньги вам обоим сейчас не повредят?